готовимся к тому, что мы в тепличных условиях, я говорю, да, давай выйдем и посмотрим там, попробуем посмотреть это шоу. Нет, чтобы выйти, должна быть уверенность. Но здесь уверенности получить не могу, для этого нужно выйти. Но чтобы выйти, мне нужна уверенность. Или ситуации, которые прошли в их нет. Какие? Закажи 10 проституток, пусть дразнят меня. Вот это вот такая ситуация должна быть, я не понимаю просто. По-хорошему, уверенность в мужчине, это, конечно, предложение. Это точно не 10 проституток. Раз ты попрощалась, все равно. Все, видишь, вам пора уходить. Когда каждый день мне говорят «до свидания», я ухожу, и предложение. Что это за бред? Реакция Даниэля.